Свое последнее заседание провела Общественная палата Ярославской области. Подводили итоги за последние 3 года. За это время общественность приняла участие в формировании стратегии 10 точек роста. Значимое участие общественники принимали и в реализации губернаторского проекта «Решаем вместе». За эти 3 года общественные палаты появились во всех муниципальных образованиях области. Впереди работа нового созыва палаты, который будет формировать наблюдателей на выборах президента. Такие полномочия у общественников появились в начале декабря этого года, когда был подписан соответствующий закон. Мы сможем выступать как наблюдатели, именно общественники. Я это подчеркну, потому что раньше такого не было. Раньше были представители партий, и это кардинальная разница. Безусловно, выборы президента – это важное событие для страны. Это очень ответственная миссия, по сути, мегапроект. И для нас очень важно, что сегодня именно общественность будет иметь право оценки чистоты, чистоплотности, порядка при проведении выборов президента России. Конечно, впереди очень много событий, таких как юбилей Победы, 75 лет. Это тоже будет дело будущей палаты. Я не сомневаюсь в том, что общественная палата как была, так и останется одним из тех институтов общественности, общественной власти, которые будут достойны нести свою миссию.